Год назад у меня на глазах погиб мой муж. С тех пор я ни с кем не встречаюсь. Я пытаюсь начать жить заново, свою собственную жизнь без него. Вы принадлежите к редкой породе женщин. Какая из любого мужчины может сделать миллионера? Мне кажется, я готова к чему-то новому. Претенденты есть? Моя душа горит. Я просто встретила человека, который заставил меня почувствовать волнение. Если хочешь на свидание, зови сама. Ты себя со стороны видела, а он кто? У нас не часто бывают такие яркие пациентки. А свидания с пациентками часто бывают? Никогда не было. Ты чешешь мне голову? Что ты ждешь от отношений? Не хочу, чтобы меня ломали. А был такой опыт? Я хочу, чтобы ты была моей. Только моей. Что, чувачок? Чувачок уехал, не пишет, но я держусь. Что ты планируешь делать дальше, Матвей? Пускай назревает. Значит, он устраивает тебе качели. Я не понимаю, почему. Но меня это заводит. То, что слабые называют абьюзом, я называю магией. Я хочу понять, кто он на самом деле и что он чувствует ко мне, если что-то чувствует. Хочешь узнать, что будет дальше? Подогрей. Кто ты? Игрок. Кто она? Ресурс. Мне нужно убедиться, что он сволочь, и довести дело до конца. Она на пике эмоций. Не ждет подвоха. Хотите, закажу его? Нет. Если вы увидите, что я заигралась и дело плохо, сигнализируйте, хорошо? Моя душа горит, она не любит боль. Вы через пару часов ходить не сможете. Мне нужно, чтобы вид красивого голого мужчины не вызывал никаких эмоций.